Сегодня прощенное воскресенье, и я хочу у всех у вас попросить прощения, в честь чего зачитаю маленькое стихотворение. Сегодня вместо поздравлений я попрошу у всех прощений, пускай приходит озарение в прощенное всем воскресенье. Не тратьте время на обиды, из-за которых чувств не видно, тех самых светлых чувств души. Прощайте, будьте хороши.